Дорогие друзья, с вами вновь программа «У нас выигрывают». Сегодня мы с радостью принимаем нашу гостью из поселка МГА Ленинградской области Елену Соколову. Именно ей сегодня выпал шанс испытать удачу в суперконкурсе «Квартира без очереди». Елена, цель? Давно намечена. Мне остается только спросить, вы готовы идти к ней? Готова. Желаю вам уверенности в победе. Мы приступаем к суперконкурсу «Квартира без очереди». Инна, ключ на месте. На месте. Ждет свою возможную хозяйку. Прекрасно. Зал готов. Тогда мы начинаем. Я прошу подняться к нам члена тиражной комиссии, адвоката Яниса Юкшу. Елена, напоминаю вам правила. Вы не набрали в ходе двух тиражей ни одного балла. Это уникальный случай для нашей передачи. Но это ваш взгляд на помощь. Вы в ней не нуждаетесь. И это будет замечательно, если вы сможете угадать ту самую ячейку, одну из 12, которую адвокат Янис Юкша заложит ключ от квартиры вашей мечты. Итак, никаких ячеек называть мы не можем. Янис, я прошу вас пройти с Инной в сейф и вложить ключ в одну из 12 ячеек. А мы поговорим о детских мечтах. У вас были детские мечты, которые реализовались. Ну да, я хотела выйти замуж. Вы вышли замуж. Ради детей. Вы родили детей. А теперь одна мечта – квартира. А вы боитесь совершать ошибки? Или вы не боитесь ошибиться? Кто не ошибается, тот ничего не делает. Живет, да. Ну что же. Что в жизни приносит вам самое большое удовольствие? Видеть радость своих близких, родных, их здоровыми, богатыми. Вы считаете себя счастливым человеком? Вообще, да. Конечно. Ну что же, Елена, пусть удача и везение будут сегодня на вашей стороне. Я желаю вам главного – уверенности в себе. Итак, мы идем к сейфу. Я открываю сейф. Вот они, 12 ячеек перед вами. В одной из них ключ от квартиры. Вы можете довериться собственной интуиции, можете посоветоваться с Сергеем. Это не помешает. Пускай тебе подскажет сердце. Я верю в тебя. Я люблю тебя. Смелей. Ну что ж, положим руку на сердце. Что она вам подскажет? Ничего не говорите. Идите и откройте ту ячейку, в которой, как вы чувствуете, ключ от квартиры. И пусть удача поможет вам. Поздравляю вас. Пойдемте. Это прекрасно. Я искренне радуюсь за вас. Все-таки мечты сбываются. Вы поразительно позитивная женщина. Человек правильный, с правильными жизненными принципами. Вы вырастили хороших детей. Вас окружает заботливая семья.
А что может быть важнее этого? Я желаю вам и вашим близким душевного тепла и благополучия. И пусть Новый год принесет вам много радости и счастья. От нас примите вот эту замечательную книгу с видами Москвы. Я думаю, что вы сегодняшнюю Москву не забудете никогда. Мы ее специально для вас подписали. И, конечно же, подарочный набор билетов русского лото новогоднего тиража. А вдруг этот миллиард ждет именно их? А может быть, он ждет вас, дорогие друзья? Михаил Борисович. Прошу вас. У меня есть для вас небольшой сюрприз. Ой. Мы от наших девочек от почты. Поздравления вам, Михаил Борисович и вся компания «Столото». Мы поздравляем вас. Чтобы нам жилось светлее, есть родная лотерея. «Столото» она зовется. Фортуна в перемены верит и за отчаянных болеет. Пусть в этот Новый год хрю-хрю всем раскидает по рублю. И 100 лото билетов в пачку, и приглашение в придачу сюда, в Москву, на передачу. Спасибо большое. Это от нас, от девочек. Спасибо вам от девочек, от мальчиков, от всех участников нашей передачи. Но вы сегодня мне преподнесли такой сюрприз. Вот такого у нас не было никогда. Ни одного балла. 12 ячеек. Точное попадание. И квартира ваша! Друзья! Друзья, пусть не пугает вас снег и холода. Пусть солнечных дней зимой у нас совсем немного. Зато светло и радостно на душе в кругу родных и близких. И согреет тепло, домашний уют. Несмотря на морозы, дарите друг другу хорошее настроение и чудо общения. И обязательно ждите чудес от нас, потому что у нас... Привет!